бойцы, благодарю, что откликнулись на зов о помощи и не побоялись подвергнуть опасности свою жизнь. Отныне вы воины Хайрула и облачились в лазурные одежды. С незапамятных времен уже в течение многих поколений лазурь является символом королевского рода. Ваши одежды собственноручно сделала моя дочь, наследница престола Сельда. Сельда, я повелеваю тебе выполнить долг принцессы Хайрула. Стань во главе воинов, веди их за собой и защити наше королевство от бедствия Ганана. Все эти церемонии мне не по душе. Так это и есть камень Шика? По всей вероятности, у него множество различных функций. Но мы еще не изучили его как следует. Принцесса показывала мне его в деле. Он создает изображение, как в жизни. Чудеса! Вот бы посмотреть. Принцесса, можно вас кое о чем попросить? Отлично. Давайте здесь. Так, все смотрим на камень Жига. Дарук, тебя не видно. Не мог бы пригнуться? Принцесса, вы такая серьезная. Улыбнитесь. Ривали, встань поближе. Да, да. Мифа, не будь такой зажатой. Дыши глубже. Да. Так, готово. Не моргаем. Улыбочку.